Всем привет, меня зовут Максим, и в этом видео мы с вами продолжим работать с прописями. Как вы помните, мы начали пользоваться прописями Хаббер. Мы их специально подготовили для того, чтобы нам было поудобнее работать. Разрезали их напополам для того, чтобы посмотреть видео о том, как ее удобнее всего разрезать. Переходите вот по этой ссылочке. Если вы смотрите это видео в соцсети, а не на YouTube, переходите на YouTube. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Итак, вот у нас последняя страница, вернее, обложка. Вот у нас обложка нашей прописи с образцами букв. Мы напишем буквы А, Б, В, Г. Остановимся пока сегодня на четырех. Если мы развернем обложечку, здесь у нас на форзаце есть соединение букв. Как вы помните, для начала мы соединяем буквы только снизу. Хотя, конечно, это не единственный вариант. Итак. Я стараюсь скопировать то, что изображено здесь. Хотя это не самый мой любимый шрифт. Один момент по поводу того, как именно мы пользуемся этими прописями. Одна наша подписчица задала вопрос. А разве не должна быть каждая буква в отдельной клеточке? Клеточки нужны не для того, чтобы помещать в них буквы. Давайте посмотрим поближе. Если посмотреть повнимательнее, у нас не вся буква помещается в одну эту клеточку. У нас сюда помещается один элемент буквы. Смотрите, это происходит с буквой А. Один элемент, второй элемент. И этот элемент занимает одну клетку, и этот элемент занимает одну клетку. Хотя соединение между буквами иногда можно делать короче. Оп, здесь. Один, второй. Здесь они друг друга переходят, но тоже мы можем считать, что каждый элемент занимает в ширину примерно одну клетку. Пойдем дальше. Я немного присочинил. Да, здесь, конечно же, такого нет.
Теперь, когда мы прописали отдельные буквы, давайте попробуем их посоединять. Делать мы это будем прежде всего со строчными буквами. Давайте попробуем, допустим, АБ, АВ. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. Пока!